Жить не с красотой, жить не с фигурой, жить тебе придется с характером, даже не с умом. А что такое характер? Это как человек откликается на мир. Давай подеремся, или давай разберемся, или давай промолчим. Плохо, когда все на лице человека. Плохо, когда ничего не видно на лице человека. Когда на ее лице все видно, то все и слышно. Ты бесконечно выясняешь отношения. Открывая дверь в дом, ты уже объясняешь, почему поздно, почему рано, где ты был, сколько будешь, почему ты грустный, веселый, грязный, чистый, помятый, пахучий. Это все на ее лице. Тебе не объясняют ничего, у тебя узнают все. И дело не в подозрениях. Твои вопросы просто отскакивают со звоном. В общем, поэтому мы с тобой эмоциональные люди. Для нас такой человек – закрытый гроб. Точка. В доме слышен только твой голос, никакой беседы. Тут разводиться надо задолго до свадьбы.